природы, да? Покатимся? Нет. Что крикнул? Крупой. Далеко куда-то мы забрались, да? Да нет, все здесь. Просто мы тихо едем. Наши все здесь. По чуть-чуть. Просто я отрезал. Ну куда там лес? Заезжал. Да, вдвоем ты что ж на двигаешься? Вот. Ой. Аж страшно. Аж страшно. Ой. Ты что, серпантин, что ли? Спуск. А где ж пологи? Вот с той стороны? Вытихонько. Саша, камни ищи. Яма. Ой, тихонько. Оп, штурман подвел. Ну, штурман вывозит раз в год. Она уж тоже забывает, да. Так, налево, налево всем. Всем налево. Чтобы не перевернуться. Ой-ой-ой-ой-ой. Да ничего. Совсем тихо. Налево все, все ко мне. Все ко мне. Все ко мне. Помнишь, как мы с тобой ехали? Нет. Какой ты Красногорск. Ты меня потащила. Ой, я уж все забыла. По дешевке. Красногорск, я уж забыла, где это мы были. А, в горах. Это в Ташкенте где-то? Да. Через сюда речку. И как по серпантину потом. Да, я сначала спущусь, когда поеду. Ну, вот же поворот. Больше вон там же полон. Туда камень, вот туда каменный ворот, туда, туда просто через речку. Каменный ворот это вброд? Да. Ну а тут тоже вброд сейчас. И там вброд. Че, здесь машину оставлять или что? Если нет, то туда поехали. А что какая разница, деревья тут там есть? Там найдем поляну. Туда? Да, на поляну. Вообще никого нет. Вон цветочки, желтенькие цветочки появились. А тут тоже через речку. Так, оттуда выходим, нам сразу налево. О, так, тихонько. Мелко тут? Да. Куда? А там на родни. А, туда в это. Тебе машину в тенечек куда ставить надо? Куда? Поляна же где-то там. Вот тут. А чё, плохая поляна тебе? Заросло всё. Надо машину. Нужно машину сюда проезжали. Ну заросло всё, чё, заезжали. Куда ты в дерево-то лезешь? А куда лезть? Вот, вот здесь тенёк, смотри. Машину в тенёк. А там не спуск ли? А то ещё... Нет. Вон.
Лена, смотри, чтобы мы... Да нет, тут поляна. Тут заросло вся поляна, смотри. Понял, ну машину хрень, вот дальше? Здесь вот. Вот, сядем здесь. А... Нет! А машина на камень. Нет, камень во рту, блин, и брон. Может, как-то с той стороны здесь? Ты что, еще дальше хочешь у нас...